сделали все, что смогли. Сейчас эта команда сформирована. Говорится, на листе, а команды на площадке пока еще боевой нет. Эта игра показала им, что они что-то могут выигрывать, что можем научиться хорошо подавать, посылать, нападать. Очень сложно поверить в то, что можно выиграть у такой команды, как «Казань». Не поверили в свои силы немножко в конце, в концовках всех партий. Ничего, это уже большое достижение – выйти на 5 партий с топовой командой. Будем дальше работать, и вы еще, может быть, увидите, и не такое. Результат на концу игры был очень-очень хороший для нас. Победили. Можно и по-другому было закончиться. Победили. Я не могу сказать, что это важно. Важно, да. Но мне много-много важнее, чтобы что-то, что работаем на тренировке, видели на игре. Но сегодня практически ничего нет. Вера Ветрова должна была играть сегодня 5 партий, а она последний раз играла, не знаю, 2 года назад, если я хорошо помню. То, как я ожидал от игрока, который 2 года мяч не коснул практически, это фантастично. Выжила максимум из себя, из команды и все. Тяжело, признаюсь, устала. Организм еще не готов. Давно не было игровой практики, поэтому тяжеловато было. Но дальше, я думаю, будет лучше. Эмоции – такое дело индивидуальное. У каждого игрока свои были. Я не скажу, что у меня были какие-то перенапряжения по эмоциям. Больше по телу, потому что как бы хочется быстрее что-то сделать, лучше, качественнее, а пока нету. Ну, определенного количества касаний, которые я не набрала. То есть за это скажу. А так в целом команда, да, начали как-то нервно, но потом успокоились, повеселее все стало. Но мы хорошо сыграли, наконец-то уже защита, передача, атака. То, что у нас хромало в начале игры, все забили, то, что достали.